Земцов сбежал, узнав о детях, Орбакайте разоблачила интрижку с известным дизайнером. Певица пытается побольнее уколоть мужа, не скрывая любовника. Анонимный источник распустил слух о том, что Лиза и Гарри были зачаты из яйцеклетки Орбакайте, и через 6 лет Кристина решила забрать двойняшек у матери. Борясь за детей Галкина, певица, похоже, разрушила свою семью. Гостевой брак Кристины и Михаила давно дал трещину, но, похоже, Земцов окончательно сбежал, узнав о детях на стороне. Видимо, Михаил не знал о донорстве жены или не простил Кристине измену Максимом Галкиным. Орбакайте не комментирует проблемы в браке, но старается уколоть мужа побольнее. Накануне звезда публично разоблачила интрижку с известным дизайнером. На это указывают трогательные признания в соцсетях. После долгого отсутствия певица возвращается на сцену. В своем инстаграм Кристина анонсировала спектакль «Двое на качелях» в «Современнике». Поклонники поддержали возвращение звезды, а известный дизайнер Игорь Чапурин, назвав певицу вдохновением, пообещал быть с ней рядом и подкрепил сообщение символом сердечка. И действительно, дизайнер поддержал Орбакайте, посетив ее спектакль, о чем говорит сторис в инстаграм Игоря с нежными словами и символом любви. Кристина не отреагировала на признание, однако демонстративно и показательно оставила сообщение в соцсети. Видимо, она хотела показать Земцову, что счастлива без него. Трудно не заметить, что Кристина сильно поправилась, выглядит бледной и уставшей. Скандалы с мужем, дележка имущества и дочки Клавдии, видимо, сильно извели звезду. На это указывают также теплые слова поддержки Игоря Николаева и Филиппа Киркорова. Видимо, отцы Орбакайте в курсе ее проблем и всячески пытаются подбодрить. К слову, новый роман с Чапуриным «Период разрыва» станет для Кристины спасением и поможет легче пережить предполагаемый развод.